Пойди поиграй с другими детьми. Я с ними не знаком. Я помогу тебе познакомиться. Пойдем? Конечно. С вашего позволения. Она вовсе не такая робкая, как кажется. Просто она неловко себя чувствует. Она знает, что тебе известна ее история. И как у вас дела? Хорошо. Я последовал твоему совету и дал ей шанс загладить прошлое. Надеюсь, у вас все будет хорошо, Алехандро. Я тоже. К нам. Нет, сеньор, это вам спасибо за приглашение. Вы ведь тоже наша семья. Как твоя беременность? Все нормально. Мы хотим, чтобы родилась девочка, и назовем ее Марией. Даниэла. Надеюсь, ты не возражаешь, что я пришел с малышкой. Мне не хотелось оставлять ее одну. Нет. Ты поступил правильно. Ее зовут Даниэла. Как тебя. Если бы ты только смогла полюбить ее. Она очень красивая. Sí. Да. Y está tan sola. И очень одинокая. Tanto como yo. Как и я. No te gustaría ser. Ты бы не согласилась? Su segunda madre. Быть для нее второй мамой. Закончили показ 200-серийного мексиканского телефильма «Моя вторая мама». Благодарим всех, кто смотрел этот сериал. В нем было много добрых, хороших женщин и мужчин, были и злодеи. В конце концов, как и следовало ожидать, справедливость и добро восторжествовали. И увидеть это всем нам было очень приятно. Прощай, моя вторая мама.